Говоря про русскую литературу, вспоминаются многие великие писатели, а фамилии Пушкина и Толстого знают и ценят во всем мире. 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Казанском федеральном университете прошла публичная лекция, посвященная Дню русского языка. 2018 год объявлен в Казанском федеральном университете годом творчества Льва Толстого. Именно поэтому и выступить перед студентами согласился известный писатель, критик и литературовед Павел Басинский. Толстой, он немножко шире любого времени. Вот, Толстой будет актуален всегда, и просто объективно вы приедете в любую страну мира, и если вы скажете слово «писатель», то первая ассоциация, которая возникнет у любого человека в любой стране, будет Толстой, а потом уже остальные. Толстой – писатель номер один в мире. Лев Толстой является уникальным представителем отечественной литературы и студентом Казанского университета. Мария Пенигина, Олег Кашин, Лев Халиуллин, Универньюз.